Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это уже 13-й эпизод по прохождению Resident Evil 2 ремейк, уровень сложности Hardcore, компания за Леона Кеннеди. Итак, нам нужно апгрейдить ID-браслет, чтобы добраться до G-вируса, до образцов G-вируса. Вот. Ну и мы закончили серию на том, что нашли комнату вот с таким вот чудиком, короче, чуваком в химическом костюме. Так, и у него, короче, вот он, ID-браслет находится. И получается, нам надо, короче, пробраться туда. Вот. Пробраться туда. Так. Для доступа к компьютеру требуется допуск старшего персонала. Вот такая вот фишка, короче. Итак, ну давайте начнем. Здесь у нас вот... все заросшее, непонятно чем, какой-то какой страшный трупешник-то висит, и какое-то испарение идет, что ли, от этого растения. Главное, не знаю, главное, чтобы оно не отравило нас. Так, что за музыка заиграла? Что у нас? О, порох. Отлично. Порох — это хорошо. Воу. Чё за фигня? Это чё? Что это за тварь? У неё какие-то желтые штуковины. Какие-то апельсины на ней растут. По апельсинам пойдем стрелять. Воу-воу! Стой на месте! Черт! Они еще... Смотрите, какая она резвая! Да не попасть мне по этому апельсину, долбаному! Отлично! Так... У нее эти щупальца двигаются. Не долбанет она нас? Отлично. Так, у нас осталась одна граната. Одна граната, три патрона. Слышали там хруст? Какие-то новые твари, люди-растения какие-то. Отлично, взяли. Гранату компенсировали. Так, что у нас здесь? Input-код нужен. Пароль, короче, какой-то нужен, но мы не знаем ничего еще. Так что выходим. Так. Что здесь? Идет выдача раствора. Какой-то картридж распылителя. Картридж для распыления различных растворов в оранжерее. Хм. Пустой. Окей. Короче, надо этот картридж чем-то наполнить, получается, и ставить сюда, распылить. Короче, какой-то яд, наверное, да? Я так предполагаю. И мы, походу, сейчас входим в оранжерею.
наполненную, я так полагаю, вот такими вот тварями, которые сейчас там встретились. Эти люди-растения. Так. Травушку вижу. По-любому синяя. Я думаю, эти твари будут нас травить. Травить даже. Смотрите, лепесток здоровый. Очередное растение в первой части Resident Evil, помните, да? Растение 43, по-моему, да, называлось? Да, или 42, 43, по-моему. Так. Красная травушка. О! Окей. Блин, промазал опять. Жесть. А если ее сжечь? Давайте попробуем. Блин, не страшно. Не думаю, огнем-то она прям сожгет эти апельсины на ней. Сдохни, тварь. Все отлично. Отлично. Нашли подходящее оружие для них. Разом, наверное, сжигает просто эти желтые штуковины на теле. И тварюга умирает. Так, это какая-то лаборатория, что ли? Этот человек? Чит за мешок с ногами. Граната, отлично. Отлично. Все, больше здесь нет. Ничего. Записка. Синтез гербицида. Образец 43. Синтез гербицида. Первое. Поместить пустой картридж в распылитель растворов. Второе. Добавить необходимое количество ОМБ номер 21. Третье. Немедленно охладить. Помните, да, с первой части там тоже были ОМБ всякие разные, мы там смешивали. Помните, да, такое? Вот. Там, по-моему, 42, да, было. А здесь образец уже 43. Походу, усовершенствованы какие-то растения. Образец 43 растет с невероятной скоростью. Если произойдет какой-то инцидент, он может выйти из-под контроля. В случае непредвиденных обстоятельств создать гибрицид с помощью инструкции, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. Понятно. Уничтожьте образец 43. Короче, нам нужно создать гибрицид. Так, показан у нас пароль. Видите, да? Только кусочек оторван. Окей, начало пароля мы знаем. О, я вижу эти... Порох, давайте сделаем. Так, я слышу еще одну тварь. Гори, гори! О! Так, перезарядим, как раз место освободим. О, еще одна. Да сдохни уже. Отлично. Того, смотрите, еще раз подпалили дотла. В смысле? Да ладно. И те еще тоже живые, получается. Боже. Ну, значит, тех не добили, они тоже живые еще. Надо будет добить. Так. А вот и пароль. Так. Такая палочка типа буквы F. Две палочки. Два. Как их, треугольника, да?
и F. Окей, запомним. Здесь, по-моему, тварь, да? Не убита. Так. Соединяем. Все, отлично. Освободили место немножко. Хоть на одну ячеечку. Так, а тут нам не пройти, да? И не это. Ничего не делает. Так. Чё? Ну-ка, умри. Умри, умри, умри. Отлично. Добили. What the hell? Ну, давай ты дохни, ну. Damn it. Вспыхнуло. Они, короче, смотрите, видите, когда умирают, испускают какой-то газ, или он воспламеняется. Так, там мы были, да? Ладно, давайте возвращаемся сюда. И введем пароль, который нашли. Так, что там? Типа буква F, две палочки, треугольники и еще одна буква типа F. А, Enter. Окей. Так. Я так полагаю, открылась та штуковина, где был пароль написан. Думаю, они постоянно падать не будут, да, светок? А вон, смотрите, еще один висит. Так. Короче, как минимум один еще упадет. Эх, ада, задачку-то не из легких. Нам дала. О, карта, отлично. Еще порох. Все, да, больше нет ничего. Так, надо по стенкам смотреть, короче. Может, пароль где-нибудь будет на стенках написан какой-нибудь, как обычно это бывает, знаете. Там видели, да, на панели, который вот пароль, ну, открывает. Надо пароль вводить. Там, короче, это... Два места было закрыто, отмечено. Так. Угу. Надо подать электричество. Вот сюда бы штучку, которую у Ады-то, это... Пушечка, которая... Патрончики еще для ружья. Отлично. Блин, неспроста мы набираем оружие. Патроны-то. Неспроста. Еще у нас травка здесь. Соединяем сразу. Ну да. Чуваки по-любому встанут. Как пить дать? Так. У нас выложить-то нечего, да? Трофей. Угу. Нам нечего выложить. Так, больше ничего не делается. Мурф какой-то. Тоже, наверное, какой-то пароль. Тоже ничего не происходит. Окей.
Окей. Ну да, да, я же говорю. Повылазят. Ну что, давайте приступим к зачистке. Патрончики набрались. Всем голову сейчас порасшибаем. Отлично. Так. Место не освободилось, да? А тот так и лежит. Хм. Оу! Лизун! А ты-то... Оу! Два! Ух ты, тварь! Бегом, бегом, Леон! О, жесть! Давай, давай, давай! Закрыто! Сюда, 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 сюда! Черт. Фу. Какого фига он на меня напал? Тварь. Эксит. Так, патронов для пистолета у нас нет, да? Лежать, короче. Не буду я с тобой сюсюкаться. Пипец какой-то. Так. Запомним, в том месте у нас два лизуна. Блин. Ну привет. Да ну нафиг. Голова каменная. Так, ну пока исследуем место. Да сколько вас тут? Чё, зомбарь? Чё ты так орёшь? Дура. Чего у нее тут вывалилось? Какой-то кусок у нее отвалился, короче. А, блин, я думал, это порох. Вот порох. Отлично. Еще раз комбинируем патроны для дробовика. Отлично. О, блин, вот набираем, набираем патроны. Не нравится мне это, с одной стороны. С другой стороны, это хорошо. Это что? Чья-то записка. Все обратились, стали овощами. Они возвращаются раз за разом. Сжечь их всех. Пусть их тела обратятся в пепел. Это единственный выход. Это, наверное, про людей, растений. Но мы уже поняли, что надо их сжигать. Так, модулятор сигнала какой-то. Ничего себе. Электрическое устройство для обеспечения функционирования оборудования. Так. И что надо сделать? Ну, я настроил. А, смотрите, надпись Мурф. Мурф мы, по-моему, видели, да? ОСС. Только что видели, короче, штуковину, где... Да, и обозначение такое же. Короче, эту штуку надо туда вставлять. Вот, на нижнем этаже. Только что видели Мурф. Была надпись на стене. И настраивать сигнал, получается, надо. И что-то будет.
Окей, так. Еще в начале, в лаборатории мы видели такую же штуку на стене. А, мы вернулись. Мы вернулись. Сделали круг. Отлично. Так, давайте тогда, что можно выложить? Выложить мы можем... Давайте пока капсулу выкинем. И, в принципе, больше ничего, да? Револьвер пока трогать не будем. Не знаю, аптечки брать, не брать. Ладно, пока не будем. Блин, на Леону так хреново. Так, ну что, давайте вернемся. К штуковине. На стене. К первой штуковине на стене. Так, нам туда. Нортария. Так, тут у нас ничего. Получается. Здесь вот. Почистили всех. Нет, не всех, слышали? Вот она штука. Мув написано. Мув. Эррор? В смысле? Или сначала надо настроить мув. Так. Вот, настроили. Че там, просто выходить? Так. О, отлично. А, он делает подачу энергии. Блин, так и знал, что живет. Дохни. Дохни. Козел. Притворился. Да сдохни ты уже, ну. О, набедренная сумочка, отлично. То, чего нам не хватало. Записка Уэна Ли. О, вот это Уэн Ли, которого, помните, искали, да? Который зашел и не вышел. Боже милостивый, кровь, она повсюду. Что, черт побери, тут происходит? Они мертвы, все мертвы. Это все те люди в черном USS. Спецназ из штаба. Но почему? Разве они не должны нас защищать? Белые мозги в луже халой крови. Безумие какое-то. Боже милостивый, за что? Разве не говорили, что я гений? Гении не погибают в таких местах. Я всегда добивался результатов. Они меня поимели. Что ж, значит, я тоже их поимею. Я возьму Нобелевскую премию. Я герой. Гений, бог. Я не умру. Я. Я, да я, да я. Мания величия у тебя, чувак. Вот до чего довело, что ты превратился в одного из зомби. И коварный Леон пришел и прострелил тебе башку. Так. Ножик. Тут у нас, кстати, осветило, да, все? Теперь можно посмотреть. А, мы спрыгивали отсюда. Да, здесь не пройти. Так, а шкафчики можно открыть? Тут, кстати, кто-то рычал.
что? Понятно, не добили мы. Все, теперь добили? Отлично. Так, здесь ничего не появилось нового. Ну, в принципе, нет, я ничего такого нового не вижу здесь. Лестница наверх только. Мы уже гоняли. Ну ладно. Идем назад к лизунам. К чертовым лизунам. Надеюсь, теперь он нападать не будет на меня. Я думаю, лизун напал из-за того, что слишком близко был. Ничего выкладывать не надо. В принципе, ничего. Так. Лизуны, наверное, находятся... рядом с дверьми. Ну хотя фиг знает. Может, и они убежали куда-нибудь в середину комнат, середину коридора. Вот. Такс. Подобрали эту штуковину. Да, эти фонари включил, значит, напряжения нет. Там, кстати, двери откроются, которые... которые электричество нужно было. Так, окей, аккуратно. За следующей дверью. Так, аккуратно. На стене сидит один. Даст он нам пройти? Он один? Один. Даст он нам пройти? Тихо. Блин, тварь, а. Ползет, идет сюда. Отлично, уполз. Походу даст пройти. Так, ну это один. Или второй? Главное, чтобы не напрыгнул. А, еще он там штучку надо взять. Мурф. Так, мурф. Настраиваем. Это просто. Это было просто. Так, использовать. Пойдем стол. Взять бы. Блин, засранец. Вокруг. Именно вот вокруг вот этого стола, блин, шарится. А второй, наверное, там у двери. Так, окей, ладно. Давайте сходим сначала сюда. Там
угомонится, куда-нибудь уйдет. Так, что у нас здесь? Еще какие-то столы. Какая-то лаборатория, что ли, или какое-то исследовательское место. Компьютеры стоят. Наверное, здесь они, ученые, записывали данные о своих экспериментах. Так. Здравствуйте, доктор Ли. У вас 5 новых сообщений. 5 целых новых сообщений. Так. Иди-ка. Я так и знал, так подозрительно. Стояла. Сидела, точнее. Так, окей. Иди сюда. Блин. Пришлось истратить 2 патрона. Почта Уэйна Ли. Угу. Отправитель Рик Мендоза. Тема, что он задумал. Проверить не могу, что учудил этот урод Картрайт. Угомонись, придурок. Что ж, он тут главный пока что. Ладно, тебе лучше... Тебе случаем не попадалась моя спиралька? Там подставка с секретом. Дай знать, если найдешь. Спиральку, кстати, мы нашли на столе. Значит, там какой-то секретик есть. Так, отправитель Байрон Картрайт. Тема, нет времени, да? Значит, тебе не удалось выбраться на наше совещание. Ладно, не беспокойся о проверке оранжереи. Знаешь что, займись-ка кое-чем простеньким. Составь бюджет на следующий после будущего год. Сегодня же. Отправитель Рик Мендоза. Тема, ты там живой? На нас напали, есть погибшие. Восточное крыло отрезано. Мост не реагирует на наши браслеты. Где-то там это... А где там этот чертов Картрайт? Рик Мендоза. Так, тема, пожалуйста, ответь. Образец 43 взбесился. В оранжерее сущий ад. Нужно отправить туда кого-нибудь, пока еще не поздно. Уэйн, что нам делать? Помоги нам. Пожалуйста, ответь. Отправитель Рик Мендоза. Тема без темы. Помнишь ту чирлидершу Сьюзи? Классная была девчонка. Она нам обоим нравилась. Конечно, ботаны ее не интересовали. Кстати, я так и не вернул тебе те комиксы и игры. Боюсь, тебе придется их немного подождать. Но, боюсь, доктор Ли больше их не увидит. Эти игры и комиксы, и черлидершу. Так. Кто открыл морозилку? Так. Пипец, там такой дубак, наверное. Так, зомбарь лежит. Окей. Угу. Короче, эта машина получается... О, еще порох. Эта машина... Помните, да, чтобы гибрицид сделать, там написано было инструкция, типа, сделать сначала там одно, второе, и потом заморозить. Вот сюда надо будет нести, короче, после того, как мы... Сделаем гибрицид, смешаем там УМБ всякие. Ой, что-то близко я подошел к этому зомбарю. А, ну он мертвый. Это радует. Но он по-любому потом встанет. Я вот уверен. Так, окей, нам сюда еще рано, значит, получается. Ладно, надеюсь, там лизуны у нас разбежались по углам. Так, вон стоит. Так, аккуратненько, короче, проходим его мимо него. Берем сразу. Сразу берем. Так, давайте посмотрим. Там какой-то секрет. Трофей в форме спирали ДНК. Ага, пароль. Пароль, отлично. Так, треугольники, одна палочка, большой квадраты, короче, и
толстая палочка. Запомнили? На следующий посмотрим. Так, валим. Потихонечку, потихонечку. Отлично. Ну вот и второй сидит. Так, даст он нам пройти или нет? Тихо. Фу, отлично. Это как-то какая-то серверная, да? Получается. Так, порох. Соединяем. Отлично. Топливо для огнемета, отлично. Соточка целая. Так, надо нам тут перезарядить. О, отлично. Целая обойма. А, и ящик, и сохранка. Можно сохраниться. Пока не будем сохраняться. Пока не будем. Так, что убрать? Убираем, короче, пистолет. Патронов все равно нет. Так, давайте на всякий случай возьмем картридж. Еще один ножик. Отлично. Ладно, ножик. Блин. Ладно, ножик оставим. Так. Да, он уполз. Отлично. Путь свободен. Так. Нет, он туда. Нам же в главную, да, руку сюда надо. Угу. Отлично. Так, что там, треугольники? Тоненькая палочка. Такие квадраты, да, по-моему? И такая палка. Угу. Отлично. Возвращаемся к паролю. Ну, то есть к месту, где нужен был пароль. Так, музыка, кстати, заиграла, слышите, да? Значит, тварюга здесь где-то ползает. Так, вот, у нас открылось. Включен ручной режим. Настройте объем раствора в соответствии с совместимостью картриджа. Окей. Так, красная полоска, я полагаю, это... Докуда нам надо... Докуда нам надо набрать? Нет? Так. Блин, слишком много. Окей. Так. Вливаем сюда. Угу. Так. Погодите. Неправильно. Так.
Такс. Ай, чуть-чуть не хватило. Это перебор, да, будет? Угу. Перебор. Окей. Опять перебор. Что ты будешь делать, а? Так. Выливаем. Меняем. Меняем. Так, отлично. Меняем. Меняем. И должно, я думаю, хватить. Так, отлично, теперь надо заморозить картридж с раствором. Отлично. Картридж с раствором. Заполнил раствором. Обратно к лизунам возвращаемся. Так. Через низ пойдем, да, наверное? Хотя, блин, не знаю, давайте, наверное, через верх лучше. Судя как лизуны разбежались, я не думаю, что они там в пятаке торчат. Так, нет, они туда пошли. Или туда. Блин. Ладно. Черт с ними. Спускаемся так. Так, путь покороче. Да куда ты полез-то опять? Аккуратно. А, отлично, один здесь сидит. Второй где? Блин, второй там, наверное. Угу. Стеночки тоже. Так, аккуратненько по стеночке. О, напугал. Здесь же морозилка, да. Ну хоть с этой штукой можно бегать, а то в этом, в первой части, помните, мы там тоже капсулу с топливом таскали, там бегать нельзя было, а то взорваться могли. Так. А эта фигня нам не нужна больше, в принципе. Идет охлаждение. Кстати, во второй части оригинала тоже типа вот такой штуки было. Только там гибрицид как-то, по-моему, полегче делался. Там картридж, по-моему, мы, ну, берем отсюда. Ну, с такой вот фигни, по-моему, брали. Уже охлажденный, как бы, брали. Охлаждение завершено, да, я понял. Так, вот эту штуку можно выбросить. Она место только занимает. Все, возвращаемся. Сейчас мы уничтожим образец 43. Допрыгался кузнечик, как говорится. Так. Языком своим машет. Кстати, эта штука, которая
электричество включает звуковыми волнами-то этим. Она еще нам красные галочки не отмечены, значит еще пригодится. Значит где-то еще будет. Я так полагаю, это они будут в этом. Сейчас мы возьмем браслет. И в новых вот этих местах, короче, в дверях, там оно будет. Так. Нам туда. Ну. Готовься, тварь. Идет выдача раствора. Ты громко упал. Сработало. Пошли. Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения предварительного разрешения. Ваши действия задокументированы, и против вас могут быть применены дисциплинированные меры. Так, здесь не пройти. А, вон тварь. Я говорю, музыка заиграла. Окей. Сожгем. Убиваем. Еще живая. Отлично. Так. Это по-любому чуваки встанут. Тут там что-нибудь есть. Слышите еще, да? Электронный чип. Сразу можно ставить. Старший персонал. Отлично. Да ладно, черт! Опять он? Ой, щет! Твою мать! Блин, здесь еще это. Фиговина. Бегом, бегом, бегом. Твою мать. Вот кого-кого, а тирана я здесь не ждал. Ой, как я не ждал. Бежим, бежим. Воу! Гори, тварь! Жесть. Воу! Еще одна. Где выход? А где здесь выход? Черт. А как мы сюда попали? Это где выход? Вот дверь. Фу. Так, сейв-рум он придет, не придет? Ну нафиг. Бежим. Бежим вообще отсюда. Так. Отлично. Надеюсь, G-вирус где-то тут. G-образец, то есть. Бежит там за нами, не? Фу. Так, снова тут. У нас спецназовцы, новая видеокассета. Еще что-то лежит. А, граната. Отлично. Три штуки. О! Так, давайте включим электричество. Для начала. ОС. Угу. О, настроено. Уже.
Все, эта штука нам не нужна. Так, что здесь имеем? Здесь мы ни черта не имеем. Угу. Компьютер. Почта Уильяма Биркина. О. Отправитель Джейн Дойл. Тема: приостановка исследований G. Umbrella Corporation приняла решение остановить все исследования G, проходящие подземной лаборатории Гнездо. Финансирование этого проекта будет прекращено, а директор лаборатории Уильям Биркин уволен со своей должности. Отправитель БЕ. Тема без темы. Тема без темы. Спасибо за ваше письмо, доктор Биркин. Руководство выказало заинтересованность. Высказало, наверное. Заинтересованность вашим эволюционирующим биооружием. Не беспокойтесь о цене. Наша компания самая обеспеченная в США. Отправитель Ричард Кесслер. Тима, поздравляю. Слышал хорошие новости. G почти готов. Странно, что вы не отрапортовали об этом в исследовательскую лабораторию штаба Umbrella. Ну ладно, закрой на это глаза. Вышлите мне данные, хорошо? И не беспокойтесь, вы хорошо потрудились над G, а об остальном мы сами позаботимся. Так, Джейн Дойл, тема предупреждения. Вы подозреваетесь в нарушении контракта с Umbrella Corporation. Стало известно, что вы присвоили себе проект G и вели несанкционированные переговоры с ВС США. Да ладно, ВС США. Вот это жесть. Пожалуйста, явитесь по повестке Следственного комитета в течение 24 часов. Значит, военные тоже хотели заполучить или заполучили уже образец. Так. Что у нас тут? Здесь вроде как ничего и не валяется. Травушка только. Давайте подберем. Смешать не с чем, да? Может, у нас там в ящике что-то лежит, с чем можно смешать. Так, давайте кассету посмотрим еще. Вижу G-вирус. Заходим. Доктор Биркин, вы пойдете с нами, без лишнего шума. По-вашему, я не знал, что вы придете? Это дело всей моей жизни. Я ничего никому не отдам. У нас приказ, доктор Биркин. Я попрошу еще один раз. Стоп, не стрелять! Что ты, мать твою, наделал? Его приказано доставить живым. Сэр, мы внутри, но у нас тут залет. Цель сопротивлялась, и ее пришлось устранить. Так точно, сэр. Вас понял. Только образцы. Пошли отсюда. Значит, это были G-образцы. Так, Уильяма, кстати, показали, как Уильяма убили, а как он ввел себе этот G-вирус, так и не показали. Странно. Окей, ладно, давайте убираем что-нибудь. Так, это можно выбросить, кстати. Выбрасываем. Берем. Что мы берем? Так. Мужики, оставим, да?
Чем смешать-то можно? У нас только синяя трава, да, получается? Больше ничего нет. Синей травы нет. Ой, синяя наоборот есть. Ладно, тогда просто убираем. Убираем. Так. Это берем. Топливо можно взять тоже. Сразу перезарядим. Отлично. Ну и все. Ладно, друзья. Так. А где печатная машинка? Я думал, здесь сохраниться можно. Окей. Значит, не сохраняемся. Идем дальше. Так, что здесь? Нет. Так, лифт у нас ничего, да? Да, не лифт, а что там кнопка? Я думал, это лифт. Кстати, в оригинале вот это место, короче, вот в этих колбах здесь тираны, здесь массово производятся тираны, короче. Ну, это в оригинале было. Пипец, смотрите, такие красные колбы просто. Здесь какой-то трэш в колбы. Это глаза, что ли? Рука мутированная. Это что? Это маленький мозг, что ли? Здесь типа сердце. Окей. О, порох. Берем. Так, лента. А, печатная машинка. Вот где сохранится можно. Одна лента. Отлично. Так. Ой, не к добру это. Ой, не к добру. Патроны-то набираем. Так, и травушка красная. Жалко, зеленой нет. Окей. Ну что, тогда записываемся. И на этом я буду заканчивать, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.